фотографировать? Да, я уже назначил съемку. Осторожно, пойдет. Да, да, да. Я не поверю. Во, свободно. Нам туда сесть надо. Да, туда. Да, да, да. Так, ну все. Следующая остановка. Ну давай сюда. Осторожно, двери закрываются. Поехали. Все, ага. А мы поехали. Встряхни, будь любезна. Встряхни мою сумку, будь любезна. Что ты говоришь? Встряхни, говорю. Вот так вот, а. От снега, да. Все, все, все. Нормально? Ну, вроде как, да. Все. Ладно, все, я покушаю пока. Да. А, ну, гамбургер, ну, хорошо. Ну, гамбургер будет. Ну, все, все.
шкаф, конечно. Она уже остыла. Меняйте все, а что? Я прохожу тебе потом. Сейчас. Следующая остановка закрытая. Осторожно, двери закрываются. Спасибо. Сяду. Во. Вот здесь почищу. Просто невозможно из-за снега снимать. Видно плохо, да? Ну, посмотри, очень плохой вид. Хотя бы здесь получше. Но снега, наверное, много, да? Да, единственный вариант, когда станция быстренько протереть. Только такой вариант. Ты будешь пить картошку? Да, можешь пересядь ко мне на время сюда. А? Можешь ко мне на время пересядь сюда. Сейчас сумочку возьму. Не, вот сумку ты зря убил, хотя ладно. Бог с тобой. Давай ты тогда будешь кормить. Да. Так лучше будет. Народу никого нет. Ой, сейчас дальше.
Сейчас. Знаешь, что думаю? Может быть, быстренько выйти на станцию, притереть окно. На станцию прям быстро? Да. А как ты успеешь? Ну, тут быстренько смахнуть. Следующая остановка за поезды. Не смотри, успеешь. Если только на это будет платформа. На, подержи кабель. Возьми кабель, подержи. Аня, пойдем же вот так, они сейчас быстро пройдут. Давай я попробую. Получше стало, интересно. Получше? Не очень, конечно, но... На эту сторону будешь садиться? Ну да, все-таки не очень. Все-таки сыровато, конечно. Ну, хотя вот так нормально, еще ничего. Давай туда, на другую сторону. Да. Не, все. Давай на эту хотя бы так, ладно. Хотя смахнул немножко. Нет, куртку я, конечно, пожалуй, возьму, потому что мне будет удобно. Держи. Сейчас. Может быть, вы еще раз повторите, только уже салфеткой. Не, знаешь что? Давай лучше так потом, потому что иначе бесполезно будет. Да, вот так хотя бы. Иди сюда. Хотя бы так, ладно.
Пошире подкрывать. Все, некуда. Ну что, отлично. Вот. Куда бьет? Ну все, понятно. Пошло от тебя огорчить. Печенье оставь на потом. Ну ладно. Или может чуть попозже. Ну может чуть попозже, ладно. Сейчас просто. Помочь мне бьет. Ладно. Большое. Ну все, все. Следующая остановка Актюмина. А все, двери закрываются. Слушай, знаешь что, давай я к тебе уберу. Ладно, ладно. Ну ладно. Я забыла жилу. Такая что у меня. Ладно, ладно. Ну, к Куровскому будет подъезжать, я тогда. Как? К Куровскому или Куровскому. Да, подожди, пан. Может и ловит неплохо. Так же, как у меня на даче Егор. Ну подожди, значит. Ладно, я подожду тогда. Что да, здесь место, к сожалению, глухое.
очень плохо выглядит. Ну подожди, когда... Да. Я пока магниты посмотрю. Посмотри. Да, все, я узнал. Помнишь, мы были там? Да, я тоже узнал. Я